Цех по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске горел накануне. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения еще до полудня. До приезда спасателей и работник предприятия пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Когда же на месте были уже бойцы МЧС, пламя выбилось на крышу здания. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Предполагается, что загорелись отходы лакокрасочного производства внутри помещения. Самая вероятная причина пожара – это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Но точно будет ясно уже после экспертизы.